природу. Они вам нужны? Ладно, что, давай. Нет, подожди, Александр, Как закрылся? Нет, еще. Судебное заседание только закончилось. Ну, судебные приставы помогут, наверное, господам выйти. Да, зато мы горим. А человечка на отношении. Смотрите, я вам делаю сообщение об административном правонарушении. Мне дважды давали питание некачественное, я считаю, отсутствие маркировки и так далее. Присядьте. Вы зарегистрируетесь сегодня в дежурной части? Письма напишите. Вы сейчас в дежурную часть прибудете и напишите. Я устно могу заявить. Очень хорошо. Мне куда это зарегистрировать? 36-го приказа. Мне куда это зарегистрировать? Берете листочек, ручку и регистрируете. А может быть, за вас что написать? Ну, как вы так обычно делаете. Если вы отказываетесь выполнять закон. Ну, мы на Головинском суде находимся. А вы что, записываете, ведете ход съем? Вы не имеете права. Я не веду. Да, не он веду, видел, сейчас все идет. Телефон, вот судебный пристав, будьте любезны. Требует законное исполнение. Вы отказались, да, принять? Отключайте. Ну, все, отказались. Отключил. Здравствуйте, скажите, вы можете оказать содействие в поиске преступника? Просто нужны некоторые данные, чтобы установить этого преступника. Скажите, пожалуйста, вам известно ли сотрудники вашего отдела, которые имеют садистские наклонности? Уважаемый. Такими данными я не располагаю. Вопрос у вас в чем? В принципе, не, мне сейчас пока содействие, просто это связано с моим заявлением. Просто если мы сейчас прямо установим, то у нас как раз будет данные. Может быть, мы попробуем это установить прямо сейчас с вами. Просто вы в этом отделе служите и как бы видите, да, кто кого бьет, там задержанных, там кто избивает. Вот подскажите, вот если были такие случаи, кто этим занимался? Будьте любезны, представьте сначала фамилию, имущество, где вы проживаете. Бубенко Дмитрий Геннадьевич. Если у вас жалоба на сотрудников, я ее, конечно, зарегистрирую. Как еще раз? Бубенко Дмитрий Геннадьевич. Бубенко Дмитрий Геннадьевич. Проживаете где? Краснодарский край, город Новокубанск. Улица Нева, дом 40, правильно? Да, Нева 40, да. Мы еще не закончили. Смотрите. Вы так и не ответили на вопрос. Вы кого-нибудь знаете из полицейских, которые избивают задержанных или нет? Слушайте, уважаемые, на данный вопрос я по телефону не обращаюсь. Если у вас жалоба на сотрудников полиции, я сейчас зарегистрирую нет. И будем разбираться, проводить проверку. Смотрите, я прошу вашего содействия для установления личности преступника. Вот. Вы как полицейский, ну неужели вы не пойдете на этот шаг? Не окажете мне содействие? У вас есть конкретное, вы знаете лицо, где он проживает? Нет, вот в том-то и дело, что я не знаю, я ж пытаюсь это ли лицо установить. Давайте, ладно, пускай... Смотрите, мы всех садистов брать не будем вашего дела. Дмитрий Геннадьевич, я вас знаю, просто если бы я вас не знал, а уже я вас знаю. И видел все ваши репортажи, все вот это, вы как блогер. Больше мне сказать вам нечего. Если вы оставляете жалобу, то я регистрирую и все будем проводить. То есть вы содействия мне оказывать не будете, да, в раскрытии преступления? Я вас еще раз прошу. Если у вас жалоба на сотрудников полиции, вы оставляете жалобу, все, с вами потом свяжутся. Хорошо, да, ну ладно, хорошо. Если хотите утаить преступника, я в принципе... Все, вы оставляете жалобу или нет? Или вы будете, я не знаю... Да, конечно, вы же поймите... Хорошо, я ваше сообщение зарегистрировал. Если вам... Так я еще не начал оставлять сообщение. Нет, вы уже мне сообщили о том, что жалобы на сотрудников полиции. Остальные действия уже с вами созвониться. Я могу сейчас оставить заявление? Начальник дежурной части, который будет проводить проверку. И все контакты, ну, все... Это было не заявление. Я могу сейчас оставить заявление? Да, хорошо, оставляйте.
Дмитрий. Смотрите, в общем, вы содействия не хотите, да? Все. Этот вопрос снимается. А теперь приступим к заявлению. Давайте. Я не знаю, что вы там уже там решили зарегистрировать там или еще что-то. Уважаемый Дмитрий Геннадьевич, вы меня провоцируете для дальнейшего скандала. Вы должны четко сказать. Я жалуюсь на того-то, за того-то, который совершил противоправные действия в отношении того-то, того-то. Все, больше мне ничего не надо. Дело в том, что лицо дальше неизвестно, понимаете, вон в чем вся проблема. А вы служите в этом отделе. Вон в чем вся проблема. Я пытаюсь вместе с вами установить это лицо, понимаете? Которое связано с моим вот этим вот заявлением. Но если вы, у вас нету никакого ответа, если вы скрываете всех своих садистов, то в принципе с этим все, покончим. Ладно, скрывайте дальше. Ну не хотите отвечать, что же, я же не могу вас никак заставить, правильно? Тем более вы полицейский. Ладно, тогда слушайте мое заявление. В общем, у нас... Вы меня слышите? Я вас, Дмитрий Геннадьевич, слышу. Угу. Так, у вас ровно 2 минуты. Чего? У вас 2 минуты, потому что у меня следующие звонки идут. Мне нужно принять ваше сообщение и оказать уже другим помощь. Как Дмитрий, это у меня 2 минуты? Это какой-то регламент или что это такое? Все, я вас слушаю. Смотрите. 26 апреля, 18.00. Так, вы будете записывать или мне сначала все объяснить, а потом вы будете записывать? Мне не надо ничего объяснять, я сразу записываю. А, сразу, все, я тогда под диктовку туда. 26 апреля, 18.00, у нас это все произошло в здании Головинского районного суда, расположенного по улице Зои и Александра Космедемьянских. Вы успеваете записывать? Да, успеваю. Дом 31, корпус 2. Возле 101 кабинета полицейский в звании майора, конвоирующего Куликова Владислава Александровича, 31.05.1975 года рождения, город Пермь. Вот. Успели записать? Дмитрий Геннадьевич, дальше. Так, в общем, после оглашения решения суда, вот этот полицейский звания майора вывел задержанного Куликова и подвел его к 101 кабинету. Там недалеко от 101 кабинета они находились. Вот. И произвел какую-то странную физическую силу. Суть моего заявления. Я прошу установить личность, ну вы же не хотите содействовать. А так было бы проще, мы бы сразу узнали, кто это такой, что за майор, да и все. Кто конвоировал? Вы, кстати, не знаете, кто конвоировал? Нет, не знаю. Не знаете, все, понял. Прошу установить личность вот этого полицейского в звании майора, который применил физическую силу. Снять записи с камер видеонаблюдения, находящиеся возле 101 кабинета, обозревающий коридор здания суда. Вот. Ну и, соответственно, привлечь вот этого майора, ну, как требует того законодательства. И прошу письменный ответ прислать мне в указанные сроки на указанный мной адрес. Это все. Все, спасибо. Значит, ваше обращение 6772. Все, спокойной ночи. Всего доброго. 7, 72.